могу, извините, а маленьких можно трощиком сдыть. 19 января состоялось подведение итогов городского конкурса художественного чтения «Край творчества, любви и вдохновения». Торжественная церемония прошла во Дворце творчества детей и молодежи. В этом году приняло участие около 150 детей. И сегодня лучшие из лучших ребят будут читать свои стихи со сцены, чтобы все участники конкурса, все присутствующие педагоги, родители могли получить, ну, величайшее удовольствие слышать русскую речь, восхищаться талантом наших поэтов и, самое главное, побуждать наших ребят изучать язык, дорожить языком, восхвалять русский язык. Конкурс чтецов собирает ценителей художественного слова, самых активных и творческих ребят округа. Вот сегодня на нашем празднике мы будем награждать тех детей, которые, по мнению жюри, наиболее ярко, выразительно и артистично смогли представить литературные произведения. Я выступала с произведением «Осень» от Игоря Северянина. Почему именно его выбрала? Он мне был бы ближе под настроение, тем более моя учительница очень его любит, и чтобы ее порадовать, я выбрала его. Какие сегодня впечатления и эмоции от мероприятия? Я очень взволнована, потому что я не ожидала, что попаду хотя бы в участники, ведь я впервые участвовала в этом конкурсе. Поэтический конкурс проходит в Копейске ежегодно. Такие мероприятия помогают находить и поддерживать талантливых детей.